Приехали 2 дня, господи. Ой, давай пройдем отсюда. Ой, вы кто? Ой, ребята, у вас Нет, давай валим. Ну, забыла. Ой, в туалет. Ты бомжара, запомни. Да? Ладно, давай посидим, что ли. Давай, сиди, что ли. Все. Ай, блин, тут воняет каким-то непонятным хлоркой. Пустатому кажется. Тут хлоркой воняет. Ну это бомж, он, наверное, купался, не знаю, в бассейн жором был когда-нибудь. Да вообще. Ну блин, ну слава богу, меня радует, что тут зомби нету. Угу. Это точно. Блин, жалко, что у нас Стива тут нет. Ну и бросили. Ты слышал? Чё ты слышишь? Блин, жалко то, что мы Стива бросили. Ну кто там все еще на вокзале? Кто? Давай, пойдем. А мы... Больше 10 на вокзале нельзя находиться. Опять этот бомж там сидит. А, ну ладно, пойдем. Проходите в город. Кевин, идем. Тут без оружия, да? Не... Да, уберите оружие. Просто выжившие. Так, уберите оружие, либо вы будете расстреляны. У нас очень жесткие правила. Не могут даже за собой убрать свиньи. Так. Вы тоже не можете за собой убрать. Вы уверены, что вы без оружия? Да, да. Что ж, паки видишь? Врата в наш город вам открыты, проходите. Окей, пиши. Что? Пиши. Давай вот тут посидим. Че ты? Ой, из-за твоих хот-догов я наелся. Блин, мы их ели где-то 7 раз. Блин, если мы его встретим, да? Кто? А новички в этом городе? А мы это просто магазинчик. Магазинчик сказать там. Странные какие-то люди. Ладно, нельзя отвлекаться от службы. Скажите о себе, не знаю. Стойте. Стойте. А можно вам к цитадель там посмотреть, что там такого? Тут нельзя ходить, да. Его будут расстреляны. А почему это? Почему у вас оружие, а мы с кулаками идем, да? Потому что в городе нельзя носить оружие. Не задавайте лишних вопросов. Уходите. Бежим. И, кстати, на прощание. Бежим. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Ой, я устал бежать. Давай, бежим. Я удалился. Быстрее. В дом. Стойте. Подождите, вы новые жильцы? Ну да. Пройдемте за мной. Вы должны записаться в нашем, как сказать, архиве. То, что вы новые жильцы, пойдемте за мной. Кевин, убери оружие. Не бойтесь, пока вы ничего не сделали. Оружие можно носить? Оружие? Убери оружие. Я не уберу, а вдруг вы будете предателем и типа запишитесь и убьете меня. Мы за просто так не убиваем, уберите оружие. Пойдемте за мной. Вы должны расписаться. Хорошо. Пока вы считаетесь никем в нашем городе. Слушайте, а мы... Так, ой, не туда, извините. Так, давайте. Вам повезло то, что я тут. Давайте, вот, берите эти блокноты и записывайте ваши данные. Мы должны знать все о вас. Ой, вот ваши блокнотики. Так, расписывайтесь тут. Так, ох, когда уберут эту кровь? Пиши город. Город Тенбиси. Все, побежали нафиг! Ну, все, мы расписались. Спасибо. А что, все? Да? Ладно. Да, можете идти. Ты где? Да, блин, я здесь. Иди сюда. Идем. Господи. Стой, подожди, блин, я устал сильно. Тринец, тут все, блин, метрокопы. Тринец вообще. Хотя они против нас были, почему они мирные, я уже не знаю. Ну, такая технология. Мне кажется, Мне кажется, или... Еще новые жильцы. Ну, проходите в ваш новый дом. Мне пора на службу. Мне кажется, или они предают жильцов. Мне кажется, давай бежим.
Сначала они такие милые, а потом они начинают быть злыми и начинают всех убивать. Наверх, наверх, вот тут. О, это наш отельчик. Вообще класс. Кстати, я тебе не показал, что эта пушка делает. А ну, то столик возьми. Столик. Вау. И на прикол так же, даже не сломается. Вот, телек, смотри. Так кто-то идет. Деловой. Здравствуйте. Вы скоро увидите вашего нового соседа. Мне сообщили о вас. Все, ничего не было. А что это за новое оружие? А это нужная штука. А вдруг кого-то придавит, и смотрите, я могу это поднять и... Смотрите, вы не имеете права носить оружие. Никакое. Оружие, вы о чем вообще? Лучше убери. Это не оружие. Уберите, я вам говорю. Да не закон такой. Алло, отряд, мне кажется, тут не подчиняются. Ладно, убираем, мы убираем. Все, мы убираем. Все, молодцы. Мы отпустим вашего нового соседа, он ослушался приказа. Еще раз такая попытка у него, и ему расстрел. Слушайте, до свидания. Можно сказать? Нет, лучше что не вам нужно? Это не оружие, а вдруг кто-то, например, придет. Да все, до свидания. Вот тогда это и пригодится, убирайте. До следующего замечания. Давайте, до следующего убийства. Если вы совершите одно противозаконное действие, вас посадят на несколько дней. А за второе вас убьют. Все, ты свидули. Ой, блин. Смотри, какой у меня фотоаппарат. Ты знал такую песню по тиммейкер? До свидания. Тихо. Да, я вас новый сосед читает. Меня только что выпустили из тюрьмы, и сегодня я плавную. Что с тобой не так? Ой, ты чё хуйня? До свидания. Ау. Спасибо. Извините, пожалуйста, я не контролирую свои луки. Всё, мне надо идти, а то скоро приговор. Я закрою дверь, теперь я не открою дверь. Это фэмбы? Так. Так, что же мы делаем? Ты слышал? Стоп! Подожди. Там крики были. Я возьму оружие. Только не стреляй. Господи, смотри, как тут все нормально. Дай выйти. Внизу, давай. Что вы себе позволяете? Он ослушался приказа. Мы нашли у него старую гнилую жвачку, от которой можно отравиться и умереть. Но она не наша! За это мы его расстреляли. До свидания. Все жвачка, вы чё? Это не наша еда, это еда из других городов, а мы тут только нашу еду даем. Да, деда. Так вкусно! Все, идем. Назад. Бесит. Да все равно, даже если от этой еды можно отравить. Пошлите! Мы уже поняли. Вот он идет по дороге. Бесит. Блин, этот город уже бесит, что-то скучно. Да ладно. То это какая-то еда, там у китайца еще какое-то говно. Да. Так, кстати, китайская еда очень вкусная. Ой, да. Блин, ну я нажрался хот-догов. Сейчас я попью лимонадик. Чё? Никто ничего не слышал. Ладно. Какой красавчик. О, вот, кажется, это дом. Закрывай! Двери, стул, убери, ещё не открой! Я пришел проверить вашу квартиру. Вы новые жильцы? Да. Как вас зовут? Меня зовут Джейсон. А меня Артём. Тебя Кевин зовут. Не ври. Меня Артём. Кевин зовут. Кевин. Вот, я вижу, у вас тут одна кровать. Заселяйтесь вот в эту квартиру, которая пониже. Все равно ее обладателю конец. А я вижу, что вы фашист. Нет, у нас такие костюмы. Пустите вашу квартиру, я должен ее проверить. Хорошо. Так, с телеком ничего не происходило? Это так, хорошо. Шкафы. Оружия тут нету. Учтите, мы найдем оружие, мы вас посадим, а в следующий раз убьем. В следующий раз. Мы вылезем, есть оружие, чтобы убивать зомби. Оружие у вас есть? Да! Ладно, так и быть до первого прощения, не доставать его при городе. Кстати, мы не будем доставать, а вдруг зомби будут, мы убьем их. Нет, этим займутся наши, военные. Вы ничего не должны делать. Ладно, уходите, спасибо, до свидания. Вы будете жить в квартире, которая внизу? Нет.
Вы будете жить в одной квартире? Не, ну ладно, мы пойдем туда. Давайте ее тоже проверим. Мало ли ваш сосед, который убит был, причастен. Да, шкафы. О, да, вот тут интереснее. Да. Тут все воняет. Да, спасибо, классная квартира. Ладно, мы тут будем. А вы знали, тут однажды убили человека. Ладно, все, уходите. Все, уходите. Да вы меня гоните. Мы пойдем в охрану, тут воняет, вы че? Хорошая квартира, да, хорошая? Не кричите на меня. Ну ладно, так и быть, проверка 100%. Но я буду приходить. Кстати, вы приходите. Вам ставили прививку от зомби-вируса? Да. Конечно, давно. Что-то не верится. Я позову доктора. Он проверит. Но, до свидания. Я не хочу жопу укусить. Смешная шутка, Кевин. Вон он идет. Я вот люблю... Он как сосиска. Я люблю, короче, над всеми издеваться, потому что я вообще эпичный шутник. Помнишь, так в садике я? Вот вид с окна вообще класс. Помнишь, я в садике был? А? Помнишь, я был в садике, я шутил? А, я помню, смотри, какой прекрасный день. У меня вылетело. Шедевры! Да ты что сделал? До свидания! Вы слышали этот крип? До свидания! До свидания! Ладно, да. Чуваки, смешные, такая. Ладно. Давай, это будет фейлом.